субботу в Самарской области облачно, местами пройдет дождь, с температурой воздуха днем плюс 11, плюс 13, ночью 4-6 выше 0. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, пройдет дождь, днем плюс 13, ночью плюс 6, западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти облака, дождь, днем 12, тепла, ночью 6 выше 0, ветер западный 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь, днем плюс 12, ночью 4 градуса тепла, ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 39%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.